Лучшим учителям Чукотки вручат премии за достижения в педагогической деятельности. Подведены итоги конкурса на звание лучшего педагога. Он проводится по указу президента России с 2020 года. О нынешнем победителе и призерах сюжет Дмитрия Басова. Педагогическое мастерство. Определены победители регионального конкурса на присуждение премии лучшим учителям в 2022 году. Они выдаются за высокие достижения в педагогической деятельности. Победителем стала учитель средней общеобразовательной школы номер 1 города Надыря Ирина Ушанова. Это приятно, отрадно, потому что это же не только моя победа, это победа всей команды, которая со мной работает. Это в первую очередь дети. Без них бы я бы и не выиграла бы этот конкурс, потому что это же их результаты единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. Это результаты конкурсов, в которых мы участвовали. Поэтому я думаю, что ребятам тоже очень приятно узнать, что они стали частичкой той команды, которая стала победителем, и частью меня. Ирина Николаевна – победитель регионального этапа профессионального конкурса «Учитель будущего» и полуфиналист профессионального конкурса «Учитель будущего», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» среди участников Дальневосточного федерального округа. 19-летний стаж, 16 из которых Ирина Ушанова работает в Анадырской школе, помогли ей достичь показателя профессиональной подготовки учащихся предакадемического уровня. В 2021 году, в декабре, мы поучаствовали с ученицей. Сейчас она заканчивает 11 класс, химико-биологический профиль. В конкурсе это конференция научно-практическая, называется «Обретенное поколение», проводилась национальной системой интеграция, пригласили в Москву, и вот такой наш первый опыт оказался результативным. Мы завоевали диплом второй степени. Ребенок по результатам данной конференции занесен в реестр одаренных детей. Это уже плюс ребенку к поступлению. Ну и мне, безусловно, приятно, что я дала такую возможность ребенку получить дополнительные баллы при поступлении. В перечне высоких достижений Ирины Ушановой высокие результаты обучающихся 9-11 классов при проведении государственной итоговой аттестации, победители и призеры всероссийских предметных олимпиад и научно-практических конференций. Она гордится своими учениками, а руководство школы гордится таким учителем. К слову, Анадырская школа – кладезь талантливых педагогов. За всю историю проведения конкурса местные учителя позиции лидеров не сдают. Премия эта основана в 2000-х годах, и наши педагоги регулярно участвуют в данном конкурсе. У нас большое количество победителей и призеров за эти годы. 2020, 2021, 2022 год мы являемся победителями данного конкурса. На престиж школы, конечно, это влияет. Это говорит о том, что в нашей школе работают только лучшие педагоги Чукотского автономного округа. 7 педагогов из 5 муниципальных образований приняли участие в конкурсе этого года. Призерами стали учитель русского языка и литературы школы города Билибино Наталья Бабурян и учитель изобразительного искусства и технологий школы поселка Эгвикинот Оксана Таян. Победителей и призеров будут ждать награды и денежная премия. Дмитрий Басов, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.